Всем привет, и вы на канале Дима ТВ, и сегодня мы с вами сыграем в Бравл Старс. Друзья, я теперь узнал, как это. Я теперь узнал, как можно в Ютубе менять только одно видео. Ой, только одно имя, название. Если вы хотите без фамилии, просто пишите вот, например, там мое имя. Это Дима. И на фамилии ставьте точку. И все, у вас будет просто Дима, а точки не будет вообще видно. Ну что ж, а мы. Робота выберем. А вы скорее скачала точки, потому мы сам не выпускаем. Ну что ж, погнали. Я пока не буду изменять на Диме. Я буду Диме ТВ. Так, я играю в Супернатика. Ну, конечно, я не знаю, как мне это, я не все пропустили. Это была акция. Мне надо чего рисовать эти рисовки, потому что они очень были. Я много раз получал, но не успел. Мы закончили акцию это. So much ignorance, just so little time. Deep and dying, eternal silence of the sea. I'm breathing. А, Брокни в команде. Покупка. Рядом быть невозможно, прости, прощай, утекай.
Я рисовался, и ты рисовалась тогда. Моя ставка не зашла на НБА. Давайте сейчас выберем этого кота. Кто это? Один человек, так подписчик. Друзья, мой друг Сёк, это больше не будет снимать видео. Он друг канал будет снимать. Я потом это спрошу у него, как он называется, этот канал. И вы тоже будете смотреть, ставить лайки. Еще подписчиков. Друзья, я вам сейчас, он мне покажет, я вам ставлю ссылку на новый канал. Вы можете открыть новый канал, где он выложит видео, где я снимаюсь, где мы снимаем фильм. Может, у него и два канала будет, и 3D. Но можете не искать, потому что пока там жизни нету. Я вам вот это здесь не оставлю, не попробую. Он будет там снимать только близко. Подписывайтесь на канал, как где. Спасибо за просмотр и помощь, да? Да, друзья. И угадайте песню по пародии, друзья. Я сам создал. Я ее вот так долго создавал, друзья. Это очень сложно было. Пока все видео. Пока все видео запишите. Фейспро пишет, там скачивал видео Фейспро. И все. Вот вроде пока скачаешь, пока оригинал скачаешь, кольцо разрежешь. Даже не будет целую пару. Это оригинал вам показывает. Целую пародию. Вот он бог будет час пошел. Прощаться. Не хочется туда. Друзья, на сегодня это все. Кому пора видеть корейский лайк? Подписывайтесь на мой канал. Дима ТВ, друзья. И нажимайте колокольчик, чтобы узнавать мои новые видео, потому что я уже давно не выкладывал видео, вот наконец-то я выкладываю. Через неделю не было видео, и вам, наверное, скучно уже без них. Слышь, на канале набралось 17 подписчиков. А знаете, почему я не мог снимать сначала? У меня разбился вот этот телефон. У меня не работает ран. Я его подолбал. А кресло разбил, положил, ходил пока с другим телефоном. Создал тай канал.
И вот так все получилось. Достаю я свой этот заповед, на котором я снимаюсь, которым я это подписчик набрал в деревне. Вообще это. У нас удалось Фредди ТВ. Что-то смотрелся опять телевизор. И тут же стою его такой, смотрю, включаю далеко такой. Здравствуйте, такой. Вразвой первый пароль такой. Сразу вставляю сим-карту и звоню маме. Говорю, мама, заработай телефон. Я его забирал. Не знаю, для чего. Ладно, друзья, давайте. Я пошел сюда. Я не бактерию снизу. Ай, Зарифа, извините. Блин, подождите, у меня все ножи. Это не бежим, Зарифа. Ааа, он тоже тебя отключился. И, кстати, давайте клуб стакончик в помощи. Вот это будет у нас. Ой. Лучше сами увидеть. Еще раз наше описание клуба. Ладно, друзья, всем до свидания. Всем хорошего, вот нам нормального настроения. Мне кто-то звонит, пока. А пока звонит. Не могу. Ладно, всем до свидания и всем огромное покашки, покашки, прям покашки. Все, до свидания, всем до свидания, обязательно подписывайтесь на канал, потому что вы выбираете новые видео. Это быстрее надо. Не могу уже, будет выключить.